В зале, как и обычно на концертах этого коллектива, свободных мест мало. У десногорского зрителя он пользуется популярностью. Вокально-эстрадный ансамбль «Калибри» создан в сентябре 2014 года. Руководитель Марина Суржикова. В ансамбле занимаются дети от 5 до 15 лет. «Калибри» – постоянный участник городских мероприятий, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В этот раз на суд творческий коллектив представил отчетную концертную программу, в которую вошли 17 сольных номеров. Коллектив «Калибри» – это большая дружная семья, которая насчитывает 20 воспитанников. На концерте присутствовали и судьи, которым предстояло решить, заслуживает ли ансамбль звания «Образцовый». Ансамбль получил это звание. Концерт душевный, так отрадно, что у нас столько молодых талантов. Желаю, чтобы эта сцена была стартовой для них. Концерт мне очень понравился, я теперь отлично. Все очень понравилось, дети молодцы, Марина вообще умница. И, конечно, нам всем не хочется взрослеть и не хочется стареть. Поэтому давайте любить друг друга, давайте дружить. И, в общем-то, этот концерт – это прекрасные эмоции и воспоминания о нашем детстве.